В аэропорт едем только по городу. Только по городу. И чтобы по дороге, пока мы будем ехать, никаких гражданских автомобилей не было. И нас, чтобы сопровождал сотрудник ДПС. Один человек в машине. Тактика специального учения под кодовым названием «Циклон» разворачивается в самом центре Оренбурга. Полный террористами и заложниками автобус двигается по оживленным улицам города. Правоохранители неотступно следуют за машиной преступников. Группа вооруженных бандитов осуществила захват автобуса с заложниками в количестве 10 человек, принадлежавших закрытому акционерному обществу «Автоколонна» 1825, осуществлявшего перевозку рабочих с вахты ООО «Газпром добыча Оренбург». Беспрепятственный проезд через город и заправленный самолет в Турцию – таковы требования террористов. Чтобы окружающие убедились в серьезности намерений, расстреливают заложников. Ахмед, почему остановились? Майор, самолет через 15 минут. Дальше тянуть нельзя. В оперативном штабе решают действовать. На улице Лесозащитной у ворот автоколонны 1825 и произошла развязка всей истории с террористами, захватом заложников и путешествием через весь город. Силовики действовали быстро и жестко, ведь только так и нужно поступать с теми, кто захватывает мирных граждан. Учения проводились в целях совершенствования профессионального навыка личного состава, отработки практических действий работы оперативного штаба, функциональных групп, а также взаимодействия правоохранительных служб и органов местного самоуправления в ходе проведения контртеррористических операций. Общая оценка проведенных учений положительная. Другими словами, оперативный штаб, который все это время наблюдал за операцией с помощью скрытых камер, остался доволен взаимодействием силовых ведомств. Максим Стародумов, Дмитрий Примачек. Новости дня.